Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это 15-я серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами начали проходить национальные чемпионаты, ну и в этой серии мы продолжим добиваться успеха в национальных чемпах и обязательно их добьем до конца, чего бы это нам не стоило. Но чтобы успешно продолжать в них выступать, нам нужны деньги. Ну и обращаемся снова к нашему монстрику и проедем на нем быстренько сейчас гонку по Trail Mountain, заработаем ТВР Тускан, продадим и купим что-нибудь стоящее. Вот, у нас осталось там, по сути, три нации пройти. Это Великобритания, Германия и Америка. Ну, естественно, для каждой из них нам как минимум одна машина потребуется. А то и не одна. Ну, так как там разные ограничения по лошадиным силам. Поэтому, я так думаю, нам придется даже еще раз ехать этот чемпионат. Ну да ладно, не будем забегать вперед. Посмотрим. Но машины, в принципе, что немецкие, что американские, они, по-моему, довольно дорогие. Ну ладно, эту гонку мы сейчас практически не глядя, я думаю, проедем. Мы тут как вообще машина из высшего дивизиона, которая выступает в низшем. Читерим, так сказать, потихонечку. Ну а что делать? Суровые будни. Суровые будни гонщика, у которого нет спонсоров, и которому приходится самому копытить бабло на свои выступления. Вот. Ну а в прошлый раз мы... А, ну мы в чемпионате Германии проехали одну гонку все-таки на Audi S4. Ну, это почти не считается, так что, по сути, нам все равно осталось еще три полностью национальных чемпа одолеть. В принципе, если успеем, можно будет еще поездить, еще зайти в один чемпионат. Ну, опять же, это я так, на будущее, если опять же будет время. Там можно будет очень использовать хорошо эти машины, которые мы вот, например, в американский чемпионат возьмем. Ну, по сути, у америкосов там почти все. В какую машину не плюнь, все мускулкар. И вот на этой машине можно будет еще проехать и чемпионат мускулкаров, если что, на которой мы одолеем чемпионат национальный американский. Вот. Так, чтобы особо денег не тратить, будем использовать машины по нескольку чемпионатов одну юзать. Ну опять же, что делать? Денег впритык. Так, ну вот, собственно, так вот, не глядя практически, за разговорами, беседуя, в беседе одолели мы этот чемпионат вновь, уже в какой-то там 533 раз. Ну и сейчас надеюсь, что они нам дадут все-таки тушканчика. Ну здесь, по-моему, всего одна машина дается, это всегда вот этот тушкан. Поэтому проблем не должно быть. Сейчас, получается, проехав раз, получаем 135 тысяч. Десятку еще за победу.
избавляемся от этой нечисти. Давайте посмотрим. Добьем Германию. Тут низшее ограничение 216. Вот надо сейчас что-то взять из машин, которая влезет в эти параметры. Ага. Что вот выбрать, думаю, собственно говоря, поршики. Ну, так как самих поршей тут нету, вот тут представлен руф. Ого-го! Однако. Название-то не Porsche, а вот ценнички остались как от настоящих Porsche. О! Неплохой вариант. SLK, компрессор. Название, конечно, у него. Вентилятор. Кстати, он против нас сражался в прошлый раз, когда мы на Ауди были. Ну, видать, он там прокачанный все-таки был. Что лошадей-то у него немножко не хватает. Так, ну, оденемся в дозволенные. Так, нет, что-то я в лицензии залез. До лицензии. Лицензии-то мы уже сдали. Вернемся к ним только когда на золото будем сдавать. Так, ну что же, вперед. Надеюсь, компрессор нас не подведет. Нужное давление будет выдавать. А он еще и без турбины. Что ж ты? Называешься компрессор, а турбины у тебя нету. Два Мерина тут одинаковых он выступает. Вот как они так умудряются при наличии такого громадного автопарка еще и запихивать в один и тот же заезд одинаковые, блин, машины. Пары машин одинаковых. Еще бывает и по две пары одинаковых выступает. Ну как-то не очень это. Да, кстати, сразу хочу хорошую новость сказать для всех, кто ждет моего прохождения последующих частей Gran Turismo. Были вопросы и в комментариях. Вот отвечаю. Да, я буду проходить все-таки и третью, и четвертую части. Я договорился со своим другом. Он не против, он даст мне свою PlayStation 2. У него она есть в хорошем состоянии, ну в рабочем смысле. Вот, и он мне ее одолжит на время. И после прохождения нашего с вами вот второй части мы обязательно возьмемся за третью. Вот. Я в одном из видео говорил, в одной из предыдущих частей, через одну серию, если назад, по-моему, что вот как раз я поговорю с моим друганом и спрошу у него по этой части, по части ПС-ки второй. Вот я с ним поговорил буквально на днях и договорился. Так что вот, аллилуйя. Будет у нас прохождение, отлично, я сам очень рад, потому что я, как уже тоже говорил, повторюсь еще раз, я никогда не играл в третью часть, это единственная часть Gran Turismo, которую я, не то что не играл, я ее даже не видел, я специально никаких прохождений на ютубе не смотрел, ни летсплеев, ничего, то есть я ее, единственное, что я из нее видел, это вступительный ролик, вот, да. Это да. Каюсь, грешен. Вот, ой-ой-ой, что-то... Не-не, ребята, так не пойдет. Все ж гладко шло. Компрессор сдулся, ребят. Так, ну вот, и в общем... Будет прохождение второй части. Ой, второй,
на второй Соньке 3-4 частей. Я единственное в журнале, в одном из старых своих журналов про нее читал, про третью часть. Там ее очень сильно тогда восхваляли. Это был начало 2001 года. А, нет, даже конец 2000-го. Вот. Тем временем мы вот благополучно одолели гонку. Вот, и это... Да, вот видите, два Мерседеса CLK 200-х. Одинаковые полностью. Даже, блин, расцветка та же самая. Вот, и, значит, там в этом журнале прям дифирамбы пели очень серьезные такие по отношению к третьей части Гран-туризма. Вот, тогда как раз всеми... Ну как, в общем, наступал очень сильно Next Gen того времени, вот PS2, и там схвалили графику, чуть ли не фотореалистичную. Вот, и это мне, конечно, было очень приятно тогда слышать, но и в то же время так меня задевало, что у меня нет PlayStation 2, и вот такая великолепная игра вышла, а у меня нет возможности даже в нее поиграть. В то время ни у знакомых, ни у кого не было второй Соньки. Вот. И, значит, там еще говорили про то, что... Ну как, описывали трассы, описывали количество машин. Я так понимаю, что во второй части машин будет опять гораздо меньше, чем... В третьей части будет гораздо меньше машин, чем во второй. Вот. То есть они там, ну, видать, времени на разработку ушло больше, и они не успели весь автопарк перенести к третьей части. И чемпионатов там поменьше, то есть она такая будет более камерная, как я понимаю, игра. Более плотно сбитая, сжатая такая. Я так думаю, она будет похожа на первую часть чем-то. Именно вот геймплейно. И для меня еще очень большая отрада то, что там вернется одна из моих любимейших трасс, это R11, Special Stage, Route 11, это вот тем видели вы гоночную модификацию этой Audi S4, ну ничем особенным она, конечно, не выделяется. Так, вот чуть-чуть прокачал я ее, потому что там ограничения по лошадкам чуть повысилось. Вот. Ну и возвращаясь к третьей части, скажу, что, конечно, очень я жду начала прохождения третьей части. Придется, я так думаю, проходить, естественно, пиратку, причем такую пиратку, как сказать, галимую, да. То есть мне придется скачать с интернета ее, нарезать на болванку и с этой болванки, в общем, играть. Потому что, ну, достать сейчас где-то третью часть в магазинах, по-моему, вообще нереально. Я так думаю. А третьей части у меня, ну, и не было, я же говорю. И вот у друга, у которого я беру PlayStation 2, у него тоже нету третьей части Гран-туризма. Хотя... Печально, конечно, это. Хотелось бы поиграть. Вообще, если бы я имел возможность, я бы, конечно, в лицухе играл. Черт с ним, с русским языком. В конце концов, в гонках особо сложного сюжета нету. Тем более в гонке Гран-туризма. Вот. Ни в коем случае не стебусь, конечно, просто шучу. Вот, поэтому можно спокойно играть на английском языке. Главное, вот что меня раздражает, чтобы не было километража, точнее, скорости в милях. Чтобы она была в километражах, в километрах, и все тогда вообще отлично. Ну, то есть играть не в американскую версию, а в английскую именно. Собственно говоря. Вот это единственное мое такое требование к самой игрухе. Смотрите, не всегда, все-таки
недостаточно я качнул ауди. Ух ты, а, ну Porsche, понятно, ничего себе. Вообще 911 вперед вышел, старенький, правда. Наглый паршивец. Старик, уйди. Чё ты делаешь-то в нашей эре? Вообще из прошлого века. Пора тебе уже в чемпионатах старых, исторических спорткаров гонять. И вообще, кстати, опять же, ну я, понимаете, я воодушевлен просто сам этой новостью. Прям вот я только про третью часть говорю. А, почему-то вот моя любимая трасса R11, она последний раз, как я понимаю, появлялась в третьей части. Ну, собственно, так оно и есть. Не помню, была ли она на PSP, в Gran Turismo PSP. По-моему, там ее тоже не было. Вот. Но, к сожалению, на этой трассе R11 не будет вот той шикарной знаменитой, чем, собственно, в первой части была притягательна особенно эта трасса. То, что там вот эта шикана была такая очень сложная в прохождении. Вот там ее упростили, да. Каюсь, да, опять же, вот все-таки эту трассу я видел, да, в третьей части. Не мог я удержаться и посмотрел. Узнав, что она там есть, я решил посмотреть, ну, один из геймплейных роликов, в общем, на этой трассе. И немножко был разочарован, да, что нету там вот этой вот участка этого трассы, ну, там переделан. Ну, ничего страшного. Это я так уже нагоняю, как говорится. На самом деле все четко. Ой, как же плохо, что за эти национальные чемпионаты не дают машин. Прям скучно их проходить, скучно. Нету вот этого вот челленджа, вот когда выходишь из чемпионата и пока грузится гараж, ты же думаешь, что же тебе все-таки дали, какую же машину. Нету этого ощущения. Какой-то такой вибрации особой. Мурашек по коже. Так, ну что же, мы германский чемпионат одолели. Теперь у нас англичане впереди. Ух, какой лотус. Совсем маленький, кстати. Как на лодку похож. О, ну это да, это посерьезнее. 130 лошадей, конечно. О, Элайс, 190. Неплохо, неплохо. При его весе, кстати. При его весе 190 лошадей. Это просто. Так, это какие-то версии послабже. Да, все они гораздо слабее. Да, у него. А у этого при тех же самых лошадях. Ой, при том же самом весе лошадиных сил больше. Такой вот такая модификация лотуса. Ну что же, возьмемся тогда. И он при всех своих параметрах, скорее всего, подойдет и для следующей, я думаю, даже гонки. Чуть его качнем. Ну, после вот этой гонки, сейчас, если ее выиграем. А мы ее выиграем, я не сомневаюсь. Так, ну что же, давайте затестим наш маленький да удаленький Lotus Elise. Как он на фоне себя этих поведет. О, еще один Lotus, вот как раз Иван этот, лодка эта. Ой. Твою дивизию, как он себя, блин, ведет мерзко. Какое-то у него управление.
блин. Даже не знаю, как сказать. Даже это не избыточная поворачиваемость, а это просто какая-то самоуправляемость. Вот на этих горках просто раз и ведет, допустим, куда-то в эту сторону. Вот он натурис, вот этот Элайс, как лодка. Ну, как по воде как будто идет. Такая какая-то инерция у него. Ну ладно, в принципе, вроде идем неплохо, но к нему надо привыкать. Прям управлению надо привыкать. Знаете, вот такое впечатление, вот, хотя он вроде бы и среднемоторный, кстати, его можно будет использовать в связи с этим еще и в чемпионате среднемоторных машин. Такое впечатление, несмотря на то, что он вроде бы и среднемоторный, и распределение веса у него должно быть, ну, близко к идеальному. Так вот, впечатление, что у него конкретно не хватает прижима сзади. Вот прижимной силы сзади на вот, получается, на ведущий. То есть он среднемоторный и заднеприводный. И вот очень так как-то, ух, вот его ведет. Прям сразу же. Ну, не знаю. Я как бы в Гран-Туризмо ездил на нескольких машинах тоже среднемоторных. Ну, например, взять тот же самый NSX, да? Ну, у него нету такого. Может, ну как, не то, что нету. У него отчасти это есть, но там это гораздо лучше сбалансировано в разы просто. Я сейчас говорю про заводской NSX, не про прокачанный, потому что, если кто помнит, как я сражался с ним тоже, с NSX, когда проходил 300-километровую гонку по Грандволе, это тоже был, конечно, кошмар и ужас, как он меня там брыкался и козлил, как его долго приручал. Ой-ой-ой, ну что ж ты творишь-то, а? Что ж ты так ведёшь? Так вот, а стоковый NSX, у него такого нету и близко. Небольшая, да, избыточная есть, то есть у него есть вот эта фишка, там, срыв заднего моста немножко в занос. Но не так, как вот. Здесь даже как-то это не срыв, это... Ой, ну не знаю, какой эпитет мне брать. Ну вот, уплывает просто зад. Ну как-то... Не резко так причем, а вот как-то плавно так раз и уходит. И вернуть его причем довольно сложно на место потом. То есть вот отлавливанием, да, классическим на противодействие. Странно, странно. Странное управление. Но может, если его прокачать, допустим, подвеску ему там пожестче сделать. Спортивную поставить. Опять же, резину в слик воткнуть. Победу-то, в общем-то, одержали. Как бы там ни было. Ну, сейчас вот как раз попробуем на нем же проехать вот эту вторую гонку с ограничением 345 лошадей. У него задел-то есть большой по мощности. Он... В принципе, вот эту гонку довольно легко выиграли. Если бы не было этих заносов, то еще бы проще получилось. А сейчас тогда его качнем. Ну, на лошадиной надо его... Ага, в Audi пошел. Ну да, Audi Elise, конечно, это ж самая знаменитая такая машина. У Lotus, собственно говоря, Audi Elise. Да, была такая. Ну вот, сейчас мы его качнем на лошадке. Все-таки надо его чуть помощнее сделать. Ну и, естественно, ага, турбины тю-тю. И проедемся на нем. Деньги, деньги, неумолимо деньги кончаются. Просто тут опять все на... На последние просто гроши берем.
Да, чем же тебя вообще прокачивать-то на лошадиные силы, если у тебя ни хрена нету? О, только первая стадия. Шмарики. Даже, не знаю. А ему, видать, сильно мощным и нельзя быть. Это потому что это будет, наверное, что-то схожее с NSX GTRLM. Поэтому у него, собственно, здесь лошадиных сил не так и много. Так, что там? Облегчимся немножко, повыбрасываем сидушки. Хотя у него и так их всего две, он двухместный. Что там можно из него выкинуть? Магнитолу? Ох, сколько у него расцветок. Зеленый вот, самый четкий. Ну, зеленый это цвет британского автоспорта. Классический. Как повелось еще на самой заре автоспорта, когда еще не было никаких пошлых реклам сигарет и резинок, как сказал герой фильма «Гонка». Владелец команды Хэскет Рейсинг, собственно, сам лорд Хэскет. Кстати, те, кто не смотрел фильм «Гонка», очень советую посмотреть. Классный фильм. Хотя, я думаю, если человек любит автоспорт и увлекается им, то среди таковых, наверное, нету тех, кто не смотрел данный фильм. Так, ну что же, как теперь себя поведет наш остервенелый Лайс? Ну, рычать, по-моему, погрознее стал. Вот, кстати, тоже еще один Элайс, но это спешл модель. ТВР тут, ух, блин, серьезные ребята. Ну, кстати, серьезные, но все равно, я так смотрю, на их фоне мы не теряемся, так что... Да что тебя так швыряет-то, а? Что-то вот прокачка ему не особо помогла. О, еще один лазь. Ну, тут прямо трое нас ушли. Вот куда тебя чуть-чуть, блин, подбросило на кочечки и сразу швыряет просто по стенам. Им очень надо аккуратно управлять, просто миллиметровать управление. Вот под него реально, под эту тачку нужен руль и педали, потому что, блин, на джойстике что-то вообще как-то... Это жесть. Знаете, что-то я сейчас вот на этот Elise Special модель глянул. И знаете, что ему не хватает? Вот реально, это сзади спойлера. Громадного, блин, такого спойлера. Трехэтажного. Прямо его вдавливало в землю так, чтобы он аж приседал, блин. Ну серьезно, это его проблема. У него не хватает сзади прижима очень. У него задняя ось, она просто гуляет. Вот, кстати, нашел определение ей. Нашел определение ее поведения. Гуляет она, короче. Блин, эмулятор чуть подтормаживает, когда на экране все машины. Поэтому надо первым ехать, чтобы тормозов не было. Ну, ребята, я ж вас все равно не отпущу. Вот, да, вот как на этом Элайзе. Вот это спешл модель Элайза. У него
здесь спойлер, да и спереди у него обтекатель. Ну, то есть он такой именно в гоночной модификации. Вот этому нашему вот именно не хватает вот такого же спойлерка сзади. Может быть, еще диффузора гоночного. Но наш, по всей видимости, это плоскодонка, и еще и никакого аэродинамического обвеса нету. Поэтому... Ну, это прям дикий зверь такой. Ой-ой-ой. Так. Ну вот. А вот такой же лотос, как у нас, вон он, наш пятый финишер. Вот не смог парень совладать с таким монстриком. Но тем отраднее, что мы-то победили. Ай-яй-яй. Ну, просто нищеброды. Так, я тут подумал, сейчас давайте на эти наши нищенские денежки что-нибудь еще на него поставим и все-таки прокатимся на третьем чемпионате на нем. Посмотрим. Если не получится, ну тогда уже поедем еще раз прокатимся, ну денег заработаем и возьмем что-нибудь помощнее, посерьезнее, может ТВР какой-то для этого же чемпионата. Если Лотус себя не оправдает вот здесь. В третьей по мощности гонки. Взяли мы с вами коробку передач на него с близким расположением передаточных чисел. Ну, по идее, он сейчас разгоняться должен пошустрее. Ну, плюс сама коробка спортивная уже. Вот, поэтому разгоняться он должен пошустрее. Ну, на первых передачах хорошо, а сейчас чуть-чуть не отрывается. Ну, опять же, вот смотрите, у него сейчас 214 лошадей, а мы тут против таких бизонов гоняем, у которых уже, ну, за 300 далеко, да? Те же вот ТВР и Гриффис, у него, по-моему, 345 лошадей. Ой-ой-ой. Да, вот если он... конечно, так же козлить будет, то черта с два мы выиграем. Это что такое? Егор какой-то старый тут, что ли? Что себе? Раритет тоже. Так, тут Лотус это, да, тоже. Только Эсприт уже, по-моему. Тоже, кстати, среднемоторный. Вот. Так-то, ребята. Только надо сейчас очень аккуратно. О, какой наглец! Прям вовнутрь залез. Ну, я все равно... Хоть он и, конечно, сволочь последняя, но я восхищаюсь искусственным интеллектом во второй части. Классно. Ну, насколько это возможно было для тех времен сделать. Вот не чита даже искусственному интеллекту, который сейчас... Допустим, в шестой части. Ну, настолько он там скрыл. Ё-моё! Ну, вообще. Все труды на смарку. Блин. Не, конечно... Ай, машина. Кошмар. Больше, вот, реально, борешься не с ними, не с соперниками, опять же. А, черт возьми, с машиной. Это, блин, бестия какая-то. Маленькая бестия.
благо далеко не уехали. И, кстати, я бы сказал, не быстрее. Ну, может, напрямой, да, но никак не в поворотах. Вот в этот поворот они вообще медленно заходят. Куда ж тебя несет-то? Вообще ничего не прощает. Ну, я говорю, вот напрямую единственное, где они могут что-то попырхаться. А, это, по-моему, Ягуар заедет. Вот наглец, второй раз подряд. Ай-яй-яй! Ну что ты, блин, а? Ну чисто вот не по скорости проиграл, а потому что машина такая. Черт возьми. По скорости вообще им не уступает. Тут ничего не скажу. Ну, ага. Вот полеты ему вообще противопоказаны. Нет у него крыльев. Ой, ну вот что делать? Шестой, но потенциал, конечно, большой. Но, черт возьми, и нервирует он меня прям сильно. Ладно, сейчас проедем. Денег заработаем. Ну куда это? 600 рублей всего осталось. Позорная шестерочка горит там. Где наш другой монстр? Этот, наоборот, весь в антикрыльях, увешанный просто. Ну, такое впечатление, что переизбыток был в 80-х там у них в Ниссане с антикрыльями. Думают, ну, давайте, куда только можно, вот ему и навтуливаем. Ой, жесть, конечно. Видон просто. Я, наверное, никогда к нему не привыкну. Кстати, кто помнит, напишите в комментах. В четвертой части вот этот вот R30 был такой вот прототипик, нет? По-моему, он есть и в четвертой части. Насколько я могу помнить. Тоже где-то его дают. Потому что помню, что-то, по-моему, были у меня такие довольно восторженные чувства, когда я его, ну, по старой памяти еще как бы со второй части помнил о нем. И вот, по-моему, в четвертой, когда я его получил, прямо тоже было весело и приятно. О, ну ты, блин, чё, теперь и ты будешь тут козлить, а? На Лотус насмотрелся. Видон, ну просто убийственный. Да, так что это? Те, кто там знают, помнят, напишите в комментах под видео, что есть он, нет. Потому что я вроде помню, да, что вроде есть, а с другой стороны, что-то знает. Может, это у меня и во второй части были. Просто после перерыва, когда играл, опять же, во вторую часть долгого, и получил эту машину, может, тогда у меня были эти вызваны теплые чувства к нему. А мне что-то кажется, что это было в четвертой именно. Ну вот, на исходе первый круг, а мы даже еще не лидируем. Даже на этой бестии. Кстати, помню, игруха была такая, Midnight Club 2, да, вторая часть у меня на компе, но это тоже давным-давно еще, там, в начале 2000-х. И там вот была машина под названием Bestia, там гонки такие по открытому миру. И это самое, там, тоже отжать можно было у чувака эту Bestia, ну, выиграв у него. Сначала он на ней едет,
Если у него выиграть, то она к тебе переходит, и вот эта бестия, она там... ну, при старте с места, в общем, она ее аж на козла задирала. Ну так, прикольно, конечно, смотрелось. Ну, вообще, игруха такая, ничего. Я ее не проходил, но долго в нее играл. Интересно. А так, на самом деле, это... Ну, там, видать, у игры лицензии не было на машину. Там с виду там были вайперы. Несколько их там... Потом вот это бестия, это было, на самом деле, Dodge Challenger. Ну, только вот так они его обозвали. Так как лицензии, видать, не было. Вот опять же к чему я, вон два лотуса было этих спешл модели мотоспорта. Неужели нельзя было разнообразить немножко участников? Так, ну здесь вот была эта приятная надпись, что получена новая машина. И еще более приятно, что она дорогая. Сдаем. Скоро на рынке будет перенасыщение тушканами этими, и цена упадет. Шучу, конечно. А то еще начнете вопросы задавать, типа, а что такое возможно в Gran Turismo 2? Цены падают, варьируются. Нет, конечно. Нету здесь такого. Хотя было бы прикольно. Так, ну давайте все-таки качнем наш, вот подвеску возьмем ему, гоночную. Все-таки мне кажется, что с подвеской он должен начать себя вести более покладисто. Потому что уж что-то больно он резвый. В плохом причем смысле этого слова. Прям он вырывается. Ну ничего, думаю, эти нехитрые манипуляции, которые мы сейчас с ним произвели, они его немножечко приручат. А вот и нет, парень, ты не прав, говорю я сам себе, потому что ничего они его не приручили и даже сделали его еще более неуправляемым. В общем, тут, ребят, у меня конкретно бомбануло, и я решил, что должен пройти эту гонку непременно на Элайзе. В общем, предлагаю вашему вниманию нарезку из моих эпических фейлов. И вот первый из них, это первая попытка, последний поворот, и меня разворачивает в самый неудачный момент. Это же попытка, но уже второй круг, и снова последний же поворот, и снова меня тут же разворачивает в последнем повороте. Это попытка номер два, опять же последний поворот. Но уже прохожу его удачнее, и не хватает каких-то долей, тысячных секунды, чтобы выиграть. Третья попытка, и снова последний поворот, и снова неудача. Я уже был готов расколошматить джойстик. Но, о чудо, счастье, следующая ошибка случилась уже не в последнем повороте. Это, собственно, джойстик и спасло. Ошибка в конце первого круга, четвертой попытки, не заставила меня сдаться. И я продолжил борьбу и даже догнал супостатов. Прошел их и применил турбоускорение. Но и это не помогло. На пути встал опять проклятый последний поворот. Перестраховавшись в нем, я без боя сдал победу. В пятой попытке я зачем-то вступил в неравный бой с ТВРом и был отправлен в нокаут. Шестая попытка, естественно, последний поворот. И отчаявшись бороться с соперниками по правилам, я воткнул заднюю. Но максималка на задней оказалась слишком мала. В седьмой попытке у меня тупо вклинило рулевое. И вот с девятой попытки, да-да, именно с девятой, потому что восьмая затерялась где-то в аналах истории, и там, видимо, и останется. Я наконец-таки одолел этот чертовый чемпионат на этой просто бесящей меня уже машине.
Вот, на самом деле кажется, что, в принципе, 9 попыток не так много, но мне показалось, что их было штук 300. Я столько нервов потратил на эти... Я за эти 9 попыток лет на 10 постарел, наверное. Ой, это был какой-то кошмар. Я потом вспомнил, что эту машину я на самом деле ненавижу уже давно, со времен 5-й части. И задание там было на трассе Top Gear проехать быстрый круг. И я тогда еще эту машину возненавидел. И вот сейчас она предстала передо мной. Точнее, я ее сам, блин, купил во второй части. И в общем... В общем, никому не желаю такого. Вот. Ну ничего, все-таки справился, одолел. Но на самом деле и 9-я попытка, ну, в общем, могла окончиться очередным фейлом. Вот. Хотя за эти попытки я, в общем-то, практически научился управлять этим лотусом, будь он не ладен. Не очень-то, в общем-то, и хотелось, но почти научился. Вот, теперь у меня, наверное, при упоминании последнего поворота трассы Trail Mountain будет начинаться нервный тик, и я буду биться в конвульсиях на полу. Ой, это жесть. Вот, прошел тут все-таки меня эсприт. Ну, так уже, по крайней мере, не кидало больше. И немножко я так научился, ну, управляться с ним. Им надо управлять очень осторожно, четко выходить из поворотов, четко газ стараться вот как-то дозировать. Ну, в общем, управлять им нужно просто филигранно, черт возьми. Я сейчас не хвастаюсь, не хочу сказать, что я прямо так филигранно вожу на нем, но пришлось вот. Он не любит вообще никаких манипуляций с рулевым управлением. На прямой, в повороте, вот его надо четко вести по одной траектории. Вот малейшее отклонение от оной ведет тут же к срыву, и нужно его отлавливать, а отлавливать его очень сложно. И в общем, вот до последнего тут не сражались. Не знаю, в общем, такое у меня сильное было раздражение, что, говорю, бомбило меня очень не по-детски, и вот я просто задал себе цель вот пройти именно на этой машине этот чертов чемпионат. И тут вот в самый последний момент опять меня пытался обойти Гриффис, но я уже думаю, пойду до конца, будь что будет, до столкновения пускай развернет, ну не дамся живым, русские не сдаются. Ну и вот, пришла удача, пришел успех. Вот видите, все 6 машин финишировали чуть больше, чем в секунде. Это жесть. Так, ну все, гонка пройдена, это самое главное. Черт возьми, 7000, ну как обидно. Вот за такие труды и старания надо не 7000, а как минимум 7 миллионов, блин, платить. Ладно, все, забыли как страшный сон. Главное, что гонка пройдена. Тем не менее, меня все еще колотит. Ну, ничего, нам предстоит теперь еще одолеть чемпионат американских машин. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут за ограничения. И постараемся спокойно пройти чемпионат американских машин. Так. Мускулкары. Мускулкары — это хорошо. Давно хотел на них поездить. И вот предоставляется такая возможность. Так. Для американских машин довольно ограничение такое слабенькое, конечно. Сейчас что-нибудь выберем. Кстати, мускулкары, ну как бы в чистом виде.
То есть вот старые такие мощные вот эти американские машины, они во второй части-то появляются у нас впервые. То есть в первой части, как вы помните, американцы были, но там они были, по сути, представлены всего тремя моделями: Viper, Corvette и Camaro. Вот, собственно, и все. А здесь вот у нас автопарк-то как гораздо больше, расширился намного, вот появились и гораздо больше самих американцев стало, и появились вот эти вот классические монстры, такие мощные, называемые мускулкарами. Ну вот, Мустанг, ну это свеженькая машинка, но для первого чемпионата она, думаю, как раз подойдет. Тут ограничение 246 лошадей, и она вот в самый раз. Ну и как раз американский национальный чемпионат проводится на единственной настоящей трассе Gran Turismo 2 Laguna Seca Raceway, которая как раз расположена в Штатах, в штате Калифорния. Ну и вот как раз мы, американцы, едем по американской трассе. Ну, надеюсь, здесь таких сложностей не будет, а то моя психика уже этого не выдержит. На одну серию, думаю, достаточно таких сложностей. Надо чуть-чуть разбавить. И ведь тоже, смотрите, опять возвращаюсь к рекламам. Опять вот покрышки, да, здесь рекламируется Firestone. Ведь американская фирма Texaco, вот масла тоже американские. Ну, в общем, разработчики молодцы, следили за... Не просто тупо ляпали рекламу, а контекстно ее вставляли на каждую, даже не просто трассу, а на каждый именно чемпионат. Тоже это, ну, молодцы, внимание к деталям уже на той стадии, на стадии только расцвета серии Gran Turismo. Кстати, хотел сказать, что эта трасса, начиная со второй части, есть во всех играх серии, но немножко осекся и не знаю, если честно, в третьей есть ли вот эта трасса. Опять же таки, не смотрел, не знаю, не в курсе. Может быть и нету. Но, по крайней мере, в четвертой, пятой и шестой частях она присутствует. Не скажу, что мне особо этот автодром нравится, но не могу сказать, что он мне также и не нравится. Он такой, я к нему так довольно спокойно отношусь. Единственное место, которое мне здесь очень нравится, это, естественно, знаменитейший поворот штопор. Он, наверное, знаменит в мире автоспорта наравне с еще одним легендарным поворотом Оруж на Гран-при Бельгии в Спа. Вот ты куда, Челипетра? Ты вообще кто такой, муха? Что это за машина такая? По-моему, это Ford Ka, если я не ошибаюсь. Но он же настолько слабый. Я не знаю, ну даже его... Даже если он легче меня в два раза, ну... Куда? Ты жучара! Читерская, блин. Как вообще? Ничего... Вы посмотрите, я его напрямую не мог достать.
Господи, даже если он, по-моему, его прокачать по полной, у него даже близко не будет столько мощности, сколько сейчас даже в стоковом варианте у этого мустанга. Не, ну вы гляньте, ну это просто, ну блин. Ну серьезно, я разбит просто. Ну это чисто, блин, случайность. Этого вообще не должно было случиться. Я просто ради интереса, вот давайте глянем. Все мне хочется в американские машины, в северный этот зайти регион. Посмотреть этот Ford Ka найти. 59, вы представляете? Сколько вот его, если качнуть полностью, а у нашего, блин, дурака 224. Ну да, вес там, конечно, в его пользу и намного, ну, я не думаю, что... Ой, ну не знаю, черт возьми. Как вообще... Может, он тут прокачанный вообще, ну, полностью, то есть еще больше облегченный, полностью на мощность вкачанный, подвеска... Не знаю. Что-то это, по-моему, как-то перебор. Что-то такая Чили Петра. Да даже по правилам, ё-моё, ну не все же могут участвовать, все равно какой-то технический регламент должен соблюдаться. Минимальный, наверное, тоже. Ладно, понятно, у нас все-таки... Все-таки у нас эта игра. Есть тут какие-то допущения свои. Понятное дело, что я думаю, в реальности это невозможно. Даже присутствие просто этих двух машин на одной и той же трассе, в одном и том же чемпионате. Но тут, видите, вот нас свели вместе, и это вот... Вот это вот чудо-юдо. Оно борется с нами. Борется, блин, успешно. Что-то... Вы гляньте, он в горку. Вот, прямая просто в горку. И он не отстает от нас. И даже еще и накрывает. Жужжит тут у меня. В ушах. Не, это жесть. Вот опять, ничего себе, этот поворот влетает. Просто... Блин, кузнечик, ё-моё. Надо сейчас... Просто я его в первый раз, когда ехал, я реально его недооценил. Ну, думаю, что там едет. Перед последним поворотом он, в общем-то, был не вплотную за мной. И так проскочил. Да. Боевой парень. Такое впечатление, что трасса где-то в пустыне расположена. Больше даже местных как-то... Ну вот, если не те горы на заднем плане, Техас. Ну, реально. То есть, юг штатов, да. Что-то уже такое там пустынное такое, песок, того и гляди, буря тут накатит, песчаная, засыпет всех. Ну нет, оказывается, и в Калифорнии есть такое. Песочно-пустынный пейзаж. Так, ну, жучара. Блин, опять я вот здесь широко зашел. Ну, хоть на этот раз он не просочился. А, да. Ну ладно, очередная победа у нас.
Да, Ford Ka, ну, чё тут скажешь? Увы. Блин, какие смешные деньги, а. Так, больше я, короче, экспериментов не хочу. Давайте-ка для следующего заезда прикупим чуть помощнее. Ну и заодно разнообразим свой автопарк. Сейчас прошерстим магазинчики. Для нормальных, конечно, мускулкаров сумма должна быть побольше. А вайпер, конечно, очень мощный. И ценник, надо сказать, не такой уж и большой. Я что-то думал, он гораздо дороже будет стоить. На уровне Porsche. Но нет. Так, что у нас тут имеется из корветиков? Ну, тоже мощный. Камар Z28. Блин, чуть-чуть не хватает под наше ограничение второй трассы. О, этот вообще. Так, Стингрей. Ну, Стингрей, наверное, да, очень мощный. Очень. Ох, какие тут, ну прям классика, ну вы гляньте, ну просто красавцы. Чисто классические мускулкары, здоровенные, тяжеленные, мощные. Ну хотя вот куда, ну он как раз нам и подходит, в общем-то. О, ну тут вообще прям гангстерский такой GTX. А у этого, ну блин, какие видоны у них, конечно, просто уникальные машины. Каждая, вот у каждой свой, блин, собственный характер. Да. У меня тоже есть друг, вот, с которым, кстати, мы Silent Hill вот начинали проходить. Кот, он по мускулкарам тоже прям прется. Ну, я не скажу, что я прям прусь по ним, что они мне прям так уж сильно нравятся, но дань уважения, так скажем, я им всегда отдаю. Так, вот мы приобрели True Muscle Car, так скажем. Вот, сейчас постараемся на нем одолеть вот вторую гонку из этого чемпионата. Тоже она по Лагуне Секи. Ну, в принципе, они все три тут будут по этой трассе. Практически все мускулкары, конечно, страдают достаточно большим избытком веса. И из-за этого, конечно, недостаточной поворачиваемости. То есть они как вот прям по рельсам идут. Их почти не носит, сказал я, поймав машину в заносе. И, конечно, недостаток у них поворачиваемости большой. Прям, ну, просто утюг. Так, ну ничего, ничего. Меня вот здесь напрягает вот этот. Впереди тоже, кстати, Плимов идет. Спайдер. И это, кстати, машина. Если вы заметили, мы заходили в автосалон Плимусов. И ее там не было. И вот я тоже не помню. Ее дают, по-моему, за какую-то из лицензий. Ну, на золото. По-моему, ее дают. Не за самую, конечно, последнюю, не за одну из самых сложных, но вот где-то за лицензию, может быть, класса там International C. Потому что это, ну, как бы секретная машина. И она очень хороша, надо сказать. Так, ну вот мы лидеры вышли. Вот что-то у меня вот в этом повороте какие-то проблемы. Все они меня что тачили, Петра мне постоянно, блин,
обходила, что это тут сейчас вообще не хочет уступать. Вот так вот. Оттягивал одного. Эй, ну куда ты меня в жопу-то пихаешь, урод? Вот про него говорил, он же меня тут и развернул, подонок. Блин, ух этот. Мы с тобой, блин, собратья. Зачем ты меня так сильно-то долбишь? Мы с тобой должны дубль сделать. Причем правильный дубль. Надо старших вперед пропускать. А сам можешь вторым финишировать. Народ, расступись. Ну блин, а куда ты едешь? Ты хочешь, чтобы я в тебе разочаровался? Наверное, у нас стоит самая жесткая резина, которая вообще существует на этом белом свете. Вот он, кстати, поворот штопор. Ну, классный, конечно, такой. Если его особенно проходишь на каких-то уже таких серьезных машинах прокачанных, прям он... Ну, аж дух захватывает, серьезно. Попробуйте как-нибудь. Так, ну что же. Что-то это входит уже в традицию. Первый, блин, комом. И шестое место. И что-то... Что-то меня запинали прямо жестко. Ну сколько? О, 300 рублей, нормально. Ну, на мороженку там. Или на бутылку лимонада. Так, все, надо собраться. Стартует, кстати, как хорошо, резво. Прям на старте как стоячих обхожу. Ну вот где-то уже начиная с третьей передачи начинаются проблемы. Так, ну-ка, пусти дедушку. Сопляк. Ребята, все должно быть по ранжиру. У нас старшим дорога везде. Чё тут реклама Honda делает в Америке вообще? Блин, вот гады. Смотрите, что-то он как-то не валит особо. Отходит они. Ну что-то и в горочку не тянет. Что-то как-то куда. Так тихо, куда тебя, блин. Что ж ты? Да, как-то они не жалуют старичков здесь. Совсем никакого уважения к возрасту нету. У него еще и спойлер такой задний, прям гоночный болид. Да, кстати, тут вот я сегодня записываю серию, и сегодня началась как раз-таки выставка Gamescom. Да блин, вот уроды, опять все прошли. И, в общем, начались пресс-конференции. Вчера был так называемый нулевой день, 4 числа. И была конференция Microsoft.
знаю, я ее не смотрел, у меня особого интереса она не вызывает. Xbox у меня нету и не было никогда, поэтому, в общем-то, мне... Ну, говорят, там Quantum Break показывали, наконец-таки его на E3 не было, показали, ну, адепты американского ящика могут порадоваться за такой вот эксклюзив свой. Там что-то выйдет он, по-моему, где-то то ли весной, то ли в начале лета 2016 года. Ну а сегодня проходила конференция Electronic Arts. Ну, тоже там основной, что там, упор был на Star Wars, Battlefront и что там, еще FIFA. Да что вас всех, блин, разорвало? Прям вот, блин, а. Спайдер этот еще глаза мозолит. Ну неужели я опять на ней зависну, на этой трассе, а? Хотя, в общем-то, так ничего вроде особо сложного. Ну вот, самый ответственный момент, что-то развороты какие-то. Это все еще отголоски вот той бешеной гонки на Лотусе. Блин, как меня достал этот куда? Эх, денег не хватает. А, ну и по лошадям он не пролазит. Короче, сменим лошадей на переправе. Хоть и говорят, что их не меняют, но... Мустанг СВТ Кобра. Да не знаю, тут скорее всего все остальное совсем слабое на вот этой первой страничке. Да, 167. Тоже 167. Так вот, возвращаясь к конференции Gamescom, Sony не будет на этой конференции, я уже об этом говорил, и ждем, что же они отчебучат. То есть они хотели провести свою собственную конференцию, но когда это будет, что-то пока толком неизвестно. Ну, должны, раз обещали. Вот. Соответственно... Анонса GT7 ждать на Gamescom не стоит, конечно, но вот Sony на своей пресс-конференции, ну, по крайней мере, я надеюсь, что они там сделают все-таки этот важный большой анонс, все-таки официально уже это будет все-таки большим уже шагом вперед. Ну, пора. Заждались мы семерочки. Вот, хотя, так если положа руку на сердце, понимаю, что так-то, наверное, вряд ли. Шансы малы, что так на E3 вот они такого анонса не сделали на самой крупной выставке, а тут возьмут и анонсируют ее на своей собственной присухе. Не знаю. Но надежда, как говорится, умирает последней. И все равно буду следить за этим делом. Вы тоже по возможности, конечно. Сейчас старайтесь на какие-то игровые сайты заходить, следить за новостями, потому что на Gamescom тоже могут проскользнуть какие-то очень интересные анонсы.
ну, либо могут привести какие-то, уже если на E3 был просто анонс, там, каким-то трейлером, просто, то на Gamescom могут уже привести что-то такое геймплейное. Так, ну, тем временем что-то СВТ Кобра тоже не особо выручает. На прямой тоже вот они и от Коброчки, от нашей, отрываются. Так, ну давайте вот между собой там заваруху устройте и врежьтесь куда-нибудь вообще, взорвитесь там. Нет, что-то спайдер уехал вперед. Отрывается, отрывается в подлес. Что же вот это такое было? Так, ну и следующая жертва, которая находится в перекрестии нашего прицела, это тот самый спайдер. Два раза он обидел Плимуф Куду. И сейчас будем мстить. Так, главное не зафейлить штопор поворот. Ну, конечно, прошел, мягко говоря, не идеально. Блин, уходит, зараза. О, здесь ошибся он, похоже. Так, чуть-чуть расстояние сократилось. Осталось два поворота. Уходит, уходит собака. Надо предпринимать отчаянный шаг. На вот те, сволочь. Ну ничего. Грязная игра, она тоже иногда помогает. Ух ты, смотри, куда он полез. Ух ты, блин, почти обратно вышел вперед. Сволочь, а. 83 тысячных. Ну ничего. Теперь это история уже. Фу, и мы в ней победители. Ладно, отдавайте нам наши гроши, честно заработанные, и мы пойдем в магазин. Ну не знаю, сейчас, наверное, качнем этот мустанг. Деньги еще есть, в принципе. Сейчас посмотрим, сколько вообще ему лошадей добавляют элементы, увеличивающие вообще лошадиные силы. Что-то так мало. Знаете что? А давайте-ка... там ограничение, блин, 400 лошадей практически. Давайте-ка что-нибудь купим помощнее, пока есть деньги. Возьмем еще какую-нибудь машину, мощный какой-нибудь Muscle Car, American Power. Вот, Shelby, смотрите. GT, 2 Shelby, 350. О, GT500. Блин, классная тачка, прям... Машина прямиком вот из фильма «Угнать за 60 секунд». Если кто смотрел. Да, я думаю, все тоже смотрели. Классный фильм. Там Элеонор была. Как раз вот Shelby GT500 это. И вот с ней были проблемы главного героя, которого сыграл Николас Кейдж. Вот. Ну, надеюсь, у нас таких проблем не будет, что она сразу же поддастся нам, и мы на ней выиграем гонку с первого раза. Опять я оказался неправ, и, в общем, пришлось прибегнуть к чудам монтажа. На самом деле, это третья моя попытка. Вот, и... первых двух, в общем, ничего особого не было. Ну, в первой меня там закрутило один раз, и поэтому я не смог выиграть. Ну, а во второй
просто, видимо, был недостаточно быстр, недостаточно внимателен. В общем, вот это третья моя попытка, и тоже, в общем, не получилось у меня эту машину сразу приручить. Она тоже, как и любой мускулкар, как я уже говорил, такая громоздкая, вальяжная машина. То есть управлять ею приятно, но тоже надо привыкать к ней. Она с такой, с недостаточной поворачиваемостью, ярко выраженной. Вот, и тут основной соперник, которого мне не удавалось пройти. Я, в принципе, оба раза финишировал... Так, нет, первый раз я финишировал третьим, второй раз вторым, по-моему. Тут есть еще одна Shelby, и опять же, в магазине ее нет. Вот когда мы заходили с вами и покупали вот эту Shelby, мы видели, что там две модели, то есть GT350 и GT500. А здесь еще королем на этой трассе, в этом чемпионате, является Shelby Series One. Это концепт-кар, выпущенный фирмой Кэрола Шелби в конце 90-х годов, и здесь он, ну, просто царь. Вот. Хотя вот сейчас в данный момент Комарик лидирует. Ну, с ним у нас были разборки жесткие. Здесь, я думаю, он тоже попьет нам кровушки. Вот. Ну, на самом деле, машина, конечно, вот Шелби, на которой мы с вами сейчас едем, классная тачка. Вот он уже, вот он свой нос просовывает. Его, блин, опасно выпускать вперед, потому что, едва выйдя на простор свободный, он тут же начинает отрываться. Такая машина прям ультимативная. И вот сейчас он, похоже, и выйдет вперед. Еще и двое. Еще и трое. Вот сейчас в гонке, кстати, сразу три спорткара Shelby участвуют позади вот GT350. Ни в коем случае нельзя давать. Вот так, отлично, отлично развернула его. Это просто прекрасно. Ну, Камара, вышедший вперед, по идее, не проблема. Но остались тут считанные метры. О, нет, ну неужели, блин. Читерский метод, уже примененный мною. Ну вот таким вот макаром, в общем, удалось все-таки победить в этой гонке. В общем, мускулкары классные тачки, но к ним надо тоже привыкать. И, ну и вообще, я думаю, что все вот, все те гонки, которые были после Trail Mountain и вот этого Lotus Elise, это, ну, просто это следствие всего этого. Потому что там я перенервничал, видимо, уже полностью успокоиться мне так и не удалось, поэтому было много ошибок, нервная езда. Вот. Ну что же, на сегодня хватит. Наконец-то мы одолели эти чемпионаты национальные. Все, в следующей гонке примемся за что-то более серьезное, по крайней мере, где уже будут давать хотя бы призовые машины. Потому что, по-моему, чемпионатов больше не осталось, где нас будут оставлять без призовых тачек. Вот. Но это будет уже в следующей серии. А на этом я хочу с вами попрощаться. Серия и так затянулась. Но я просто я хотел уже добить вот в этой серии уже этот чемпионат национальный, потому что он меня, если честно, достал. Вот. Ну ладно, как всегда, с вами был Скудер. Подписывайтесь обязательно, нажимая вот на эту зеленую кнопочку внизу. Смотрите мои прохождения, комментируйте, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось. Ну и всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.